Мероприятие отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Серафимовского муниципального района также вас приветствует в нашем передовом хозяйстве Усть-Медведицкое. Я вкратце расскажу краткую характеристику района и, конечно, хозяйства нашего передового. Основной специализацией района у нас растениеводство. Его доля в структуре агропроизводства составляет 82%. Ежегодное валовое производство зерна по району в среднем составляет 200 тысяч тонн зерна. Технических культур 39 тысяч тонн. Средняя урожайность зерновых культур 26,5 центнеров гектара, в том числе озимые зерновые 31 центнеров с гектара, яровые зерновые 11,5 центнеров с гектара, урожайность технических культур 12,4 центнеров с гектара. По производству зерна и средней урожайности Серафимовский район входит в первую десятку из 33 муниципальных районов Волгоградской области. АПК района в растениеводстве использует систему сухого земледелия. С 2008 года в акционерном обществе Усть-Медведицкое используют систему «Ноутил». Они постепенно начали переходить на данную систему, и вот с 2014 года они полностью перешли на систему «Ноутил». Акционерное общество Усть-Медведицкое является единственным в районе хозяйством, которое успешно применяет данную систему, и результаты, можно сказать, налицо. Средняя урожайность озимых зерновых по хозяйству 24,7 центнеров с гектара, по району 31 центнеров с гектара. Яровых зерновых культур по хозяйству 10,3 центнеров с гектара, по району 11,5 центнеров с гектара. Применяя технологию «Ноутил», хозяйство на протяжении многих лет работает стабильно, прибыльно. Экономия денежных средств позволяет хозяйству занимать лидирующие позиции не только в районе, но и в Волгоградской области. Так, за 5 лет чистая прибыль хозяйства составила более 221 миллиона рублей, в том числе за 6 месяцев текущего года 28 миллионов рублей. Даже несмотря, что в 2015 году в хозяйстве градом были уничтожены посевы нута, получена чистая прибыль порядка 13 миллионов рублей. По инициативе Пименова Александра Николаевича с 2002 года в хозяйстве возделывается культура нут. На протяжении многих лет нут являлся основной культурой возделывания в хозяйстве. При этом также выращивалась и озимая пшеница, яровая, сафлор, лен масличный, горчица. В 2018 году посевы нута составляли 44%, 4360 гектаров от общей площади посевов. Произведено 2900 тонн нута. В 2019 году посевы нута на площади 1506 гектаров произведено 2026 тонн. В текущем году нут посеян на площади 2584 гектара или 25% от общей площади посевов. Озимая пшеница занимает 55% от общей площади посевов. Лен 14%, сафлор 6%. С 2006 года акционерное общество Усть-Медведицкое занимается выращиванием элитных семян нута. Так, на опытных участках выращивают элитные семена нута Прива-1, также первой репродукции, третьей категории, второй репродукции. Благодаря тому, что предприятие производит семена, реализация нута приносит хороший результат. От производства элитного семеноводства сумма чистой прибыли составляет от 33 до 35%. Для получения элитных сортов семян нута закупаются семена в других семеноводческих хозяйствах. Машино-тракторный парк хозяйства оснащен самой современной сельскохозяйственной техникой. Вы, наверное, видели или вот сейчас пойдете посмотрите оборудованием. База оборудована складскими помещениями, современными ангарами для хранения сельхозпродукции. Приобретение и модернизация основных средств хозяйство производит ежегодно. Так, за 5 лет и текущий период 2020 года финансирование инвестиций в основные средства составили 216,5 миллионов рублей. До конца этого года хозяйство планирует приобретение основных средств на сумму более 30 миллионов рублей. Планируют они комбайн «Акрос», сеялку, мульчирователь, шапки очесывающие, жатки очесывающие. Большое внимание руководство хозяйства уделяет заработной плате работников хозяйства. Фонд оплаты ежегодно растет. Так, с 14,7 миллионов рублей в 2016 году до 22 миллионов рублей в 2019 году. На сегодня средняя списочность работников в хозяйстве 56 человек. Размер начисленной ежемесячной заработной платы
за 2019 год составил 32 990 рублей на одного человека. Это является лидирующим показателем среди хозяйств района и региона. По району данный показатель 31 969 рублей, а по региону 25 810. Акционерное общество из Медведевска не имеет задолженности по налогам и сборам во все уровни бюджетов. За 5 последних лет и 6 месяцев 2020 года хозяйством уплачено налогов и сборов во все уровни бюджетов более 113 миллионов рублей. В том числе в консолидированный бюджет Волгоградской области 40 миллионов рублей. Это составляет 17,4% по крупным сельхозпредприятиям района доля. Ну и также хочу сказать, что акционерное общество «Усть-Медведевское» у нас награждена дипломом администрации Волгоградской области как коллектив высокой культуры земледелия в 2006 году. В 2017 году руководитель хозяйства Пименов Александр Николаевич стал лучшим в номинации «Лучший менеджер» 2017 года. Фото коллектива занимает у нас место на стенде «Аллея славы» в Волгоградском аграрном университете. Спасибо за внимание. Такая краткая характеристика.